Добрый день, друзья. 27 апреля. Приближаются майские праздники. А мы по-прежнему стараемся каждый день выехать на море. Вчера вот были тут, встретились с одним из подписчиков, Иркин из Оренбурга. Искупались вместе, им очень понравилось. Так что, друзья, кто хочет, приезжайте. Есть возможность покупаться с нами. Мы никому не отказываем в этом. Итак, сегодня 27 апреля, прохладно довольно-таки, около 8 градусов. Солнышко то скроется, то выйдет, дождь, возможно, будет. Ну, короче, погода такая. К маю, конечно, будет потеплее. Море вот такое сегодня. Где там Надя? Вот она. Сегодня с Надеждой мы приехали. В последнее время часто получается, что мы вдвоем, потому что девчонки работают. Сейчас я вам покажу морюшко и пойдем купаться. Ага, ребята, ветерок такой, с моря холодный, реально просто холодный. Над морем облачность. Сейчас вот только солнышко было. И, кстати, на нас тянет тучи, надо успеть искупаться до дождя, потому что обещают небольшой дождик. Вот видите, там клубятся тучи. А с той стороны вот как бы небо чистое, но это уже от нас оно ушло. Там фронт облачный идет. Море сегодня красивое, яркое такое. Облака, смотрите, на горизонте солнышко попадает. Очень красиво. Ну что, Надюша, пойдем купаться? Пошли. Иркин уже с утра искупался, нам видео прислал. Так что мы сегодня вдвоем. Вперед! Сейчас долго-долго собирал штатив. Я сегодня дома, ребят, тренировался специально, потому что он довольно-таки сложный в установке. Ну, короче, разобрался. О, как красиво. Вот такие виды мне нравятся очень. Солнышко скрылось. Подождать, пока выйдет, потом искупаться. А где оно у нас? Солнышко, оно как раз за тучей, ребят. А может быть и выйдет сейчас. Волны сегодня приличные, и вода, ну, так скажем, не такая прозрачная, как в прошлый раз была. Температура воздуха 6 градусов. Так, а вода 4 пишет. Ну, вода, наверное, потеплее. Ладно, все, ставим камеру и идем купаться. Вот, ребята, как раз вышло солнышко, и мы пойдем с Надей купаться.
Все хорошо, как раз попадаешь. Нормально. Надюша всегда дольше всех купается. Первая заходит и последняя выходит. Но зато счастливая. Классно. И солнышко вышло. Здорово. Отлично. Искупались. Все классно. Как раз солнышко вышло. И ну, единственное, что ветерок прохладный. А так все здорово. Надя, как всегда, очень долго купалась. И не важно, что холодно, ей никогда. Ей всегда комфортно и классно. Она любит брязгаться подольше в воде. Ну все, друзья мои, очередное купание, как всегда, прошло успешно. Все, мы были в Зеленоградске. Привет всем!